Поэтому всем привет. Дарья, это я. И, короче, это сейчас мы будем делать самую главную вещь, ребята. Это, ребята, да, скажи, где? Это, ребята, тот самый ноутбук, который сломался, на котором я делал видео раньше. А именно вот эти самые видео, видите? Вот эти самые видео, видите? Мой канал, вот, видите? Видео, ну, шарфных подписчиков. Это, ребята, я все делал, вот, примерно вот, с этого момента я начал делать с компа. Вот с вот этого, с телефона, вот это вот, ну, это я еще того ноутбука, вот как раз на котором я еще сижу. Это делал вот на этом ноутбуке, на котором я еще снимал, как раз видите, вы видите, двигаю мышкой через BS. Я не могу работать в Audacity и снимать с ним, так как у меня там почему-то... Блин. Вот почему у меня все открывается. Включи это говно. Так, ну вот, видите, Гусхан. Лунтик, вот. Ну, я мой второй... Самый ноутбук это не тот ноутбук, я не выучу, если честно слово. Так что новое видео. Ну я его буду смотреть без вас. Ну потому что, ну, компьютер занят, пока что основной стационарный, ну ничего страшного. Ну скажите, что это компьютер, здесь видите, все работает. Зато ты такой это большой экран. То есть экран не вот такой вот, как вы видите. Не вот такой вот. То есть не вот такой вот, я смотрю, то есть здесь не вот такой вот экран, видите? Здесь как бы не вот такой вот экран. Вот видите, здесь у нас не вот такой вот экран маленький, а вот, ребята, вот, как вы видите, сейчас на моем вот этом экранике большом вот такой вот, как вы видите, вот такой вот. Ну вот где лучше, поставьте лайк. Поставьте лайк, если лучше, который вот этот. И напишите в комментарии, если лучше, который вот этот, который лучше, ну который, ну тот, короче. Ну, наверное, вы поняли. В комментарии напишите, если тот лучше, а лайк, если вот этот лучше, потому что, ну, да, короче. Можете лайк не ставить, можете просто, потому что если у вас кто-то увидит, что будет добавить понравившееся видео, то, ребята, можете лайк не ставить, можете написать в комментариях один, ребята, это вот этот, вот, где мышка сейчас двигается. Второй это где вот этот, такой вот, так сказать, квадратный мониторчик. Ну вот, это, напишите. Ну, ребята, вот это все. Стримы я могу делать на этом ноутбуке, если надо будет. Ну, он это, как видите, чистый, если нет никаких моих проектов, к сожалению, ну, придется, и ничего нету, абсолютно ничего, к сожалению, надо что поделать. Я бы, конечно, мог бы как-то все восстановить, но, к сожалению, никак. Видео сдохло, понимаете, все, это минус, то есть, тупо, ребята, никакого вам проекта, все, просрал я проекты свои. Ну, ничего, вот бывает. Не буду никакие проекты делать, я их просрал, так сказать, чисто. Сейчас ты такой тоненький, заскочить на эпизод гигабайтов. Ну,